Вот бывало так, выходишь из парка, несешь в мусор. Дороги, конечно, грязные. Чего на дорогах только не встретить. Даже перчатки строительные есть. Но это, вообще перебор. Я понимаю бычки, я понимаю там какие-то фантики. Но такую херню, блин, на дороге, где возможно гуляют дети, оставлять. Слов нет просто. Говорят, что люди не свиньи. Ну, свиньи так не мусорят. Это точно. И это все в 15 метрах от урны, которую, кстати, чистят. А потом мы удивляемся, почему так. Вот, в принципе, стандартные тропинки, по которым идешь на работу. Идешь себе такой, идешь, вроде бы как бы не сильно и грязно. Ну, за исключением вот этого вот. Ну, сейчас будет полная жесть. Пачки встречаются по пути. Ну, это как бы понятно, ладно. Кто-то там, блин. Но целенаправленно и сознательно делать следующее, это, конечно, по-моему, уже перебор. Вот оно, то самое место. То есть пришли люди, поели KFC-ху, банки. И ведь сюда приходят постоянно посидеть на этом бревнышке. Вот это тоже. Пластик разлагается очень долго. Но те, которые любят вкусно поесть и не выбросить мусор, об этом, наверное, не знают. Просто нет слов. Одна сплошная деградация человека в свинью. Хотя нет, свинья благороднее. Она любит чистоту все-таки. А человеку со временем становится пофиг.